Сегодня День полиции. Торжества берут начало 10 ноября 1917 года. Тогда советская власть приняла постановление НКВД РСФСР о рабочей милиции, создав силовую структуру. В Нижегородском главке в честь праздника сегодня состоялся концерт. Правда, пришли на него не так много сотрудников из-за сложной эпидемиологической обстановки. В самом начале сотрудников ОВД поздравил начальник главка Юрий Арсентьев и заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов. Особо отличившихся сотрудников наградили.